Обижали нас, конечно, здорово немцы. Корову, стадо забрали у нас, коров угнали. Вот я помню, на железной дороге мы стояли, это же дети бегаем, а немцы гонят это все стадо. Женщины плачут, кричат, кидаются, они их там и били прикладами немцев, и все, но коров нам не отдали. А потом к нам во двор пригнали корову, и русский пленный был, за этими ухаживал, коровами. Ну, а мы же без... У нас четверо детей было у мамы. Что-то без коровы осталось, пёлочка у нас там осталась, и все. Ну и русский говорит, брат у меня, он на 5 лет старше от меня, брат. Он говорит, сынок, проси вот у этого корову. А мама говорит, не надо, а то он не тронет, проси. Вот он ходит, дядь, дай корову, дядь, дай корову. Он его пихнет в сугроб. А мама, вернись, а он говорит, сынок, проси, проси. И он нам дал корову. А через дорогу была кухня. Они выгнали, там бабка, сноха, дочка, и у дочки парнишка был. Ну, к нам же, это вот все мы тут были. И там был русский, на кухне работал. И он, значит, что, там чистить картошку и хлеб. Они не ели шкорки на хлеб, немцы не ели. А вот чистили, и он щепотку чиститель, ну, кошелка с проволоки, а он туда то буханки две кинет, этот русский-то. И сынок, забери маленькой коровки. Ну, а он, брат, побежит, заберет, а там же хлеб. А нас что же, нас пятеро, да и этих четверо, да и тут еще со стороны троих. Это все к нас, тут штаб, тут кухня. А у нас вот это вот, согнали нас в эту хату. И вот это нас тут было столько. Есть-то, надо же, что это. Вот это матеря там, эти крошки, эти очистки от картошки мыли, варили, и чистили, сидели. А потом все это, хлебушек этот крошили, эти шкорки. И вот суп там или затерку, ну, в общем, что-то надо было есть. Вот так мы питались. Полицаи были, там 2 дедушки у нас было, и еще, но он не нашинский был. И узнал, что корову нам немцы дали. И маму он избил. Избил так, избил плеткой. И он ходил, значит, сапоги на нем уже, я помню, это, может, 44-й уже год был, ну, уже сюда к концу дело шло. Ну, мы-то не знали, что конец, а уже года зашли. Помню, летом, а забора у нас не было, а рова были. И в ровах вот эти лопухи росли, большие, трава. И он маму так избил, что вот она упала в эти лопухи, и там. А брат этот, Володя, и говорит, ну, запомни, я тебя все равно найду. Вот я вырасту, и я тебя найду. Я тебя отомщу за матерью. Она лежала, сколько мать, ну, избил, плетью бил, за корову за эту. Что, дескать, у немцев взяла корову, ты обобрала немца. Это мамина сестра жила там с мужем. Он прибегает, сестрица, сестрица, война кончилась. Она лапшу катала, а я спала. Она, Пашка, вставай, война кончилась. И за руку меня, и мы... центру туда, в совет, но мы недалеко там жили от центра. Прибежали там люди, кто песни, кто плачет, кто обнимаются, кто танцует. Там уже весь хутор собрался, что это. Так вот.